Ну что, помните церковь? Все застраивается. Здесь деревня. Тут бывший магазин. В общем, там дороги нет. Сейчас пойду. Там есть дорога. Там кладбище. В огне опасно. Конечно, вечером красиво смотрится, он подсвечивается. Чудесно. Я по ней лазил, когда она была еще не достроена. Там сзади усадьба. По ней я только по территории ходил. Просто прогулка, там еще не было никаких приборов. Просто гулял. Потом кто-то выкупил всю территорию вместе с усадьбой, отреставрировали. Не знаю, наверное, там золото на территории зарыто. Серебра. Не знаю, кто там, чья усадьба. Что-то надо поизучать. Сейчас, ладно, дойдем до туда. Завернем. Здесь тоже в деревне где-то огороды есть, но уже все не такое заброшенное. За церковью там была купель, а до этого был какой-то пионерлагерь. Вот и что-то такое коммунального типа советского. Там большие постройки из кирпича. За усадьбой. Я потом покажу, когда с другой стороны там речка еще маленькая течет. Я думаю, по ней пробежаться. Зимой что-то мало копаю. В речке интереснее. Думаю, полазить все. Только опять после болезни. Только выздоровел, никуда не полезу. Ладно, идем. Там река внизу, соответственно, за рекой тоже деревня. Красота. Смотрим, как стабилизатор-то работает. Стабилизатор, он же и пауэрбанк, не знаю, пока еще не особо научился с ним так ходить, но, в принципе, штука хорошая, хоть и дорогая, только дорогая, не бесплатная, точно. Так, рассказываю еще. Давай. Секунду. Технические неполадки. Здесь на крутом берегу. О, река-то вообще вся во льду. Там я магнит потерял, потом нашел его. Там же ходил в забродниках туда вниз. В общем, в принципе, здесь оградили тоже самовольно. Ну, хрен знает, самовольно. Церковь, наверное, позволяет. Здесь что было? Ну что, здесь был край кладбища не огорожен. Там внизу в реке, не знаю, почистили нет, прям могильные камни лежат. Вот где кладбище. Вот все зарастает кустами и становится непроходимыми. А вода разливается по весне и заливает, соответственно, этот весь мост целиком.
Так, что тут еще было? Тут внизу была деревня. Вот. Не на месте, вон, видите, старая кирпичная вот эта постройка. Прям на нее смотрим. Это как раз остатки тоже церковного барского какого-то дома. Там внизу было всякие хозяйства, это начинает все, это, я не знаю, самозахват или как они это оформляют. Просто огораживают, наверное, территорию, и никто, некого спрашивать. И ходят, отдыхают. Ладно, сейчас вниз спустимся, посмотрим, что там с рекой совсем, она подзамерзла. Что еще могу рассказать интересного? Что эту речку переходили и немцы в 40-х, ну, когда уже подбирались к Москве. Французы, соответственно, переползали ее, хотя она и небольшая. Но они переходили. Значит, там раньше можно было много интересного найти. Даже если найду фотографии, покажу. Там, вот, пока. Там, когда поля, сейчас все застроено, я не знаю, как люди живут. Нужно, прежде чем что-то строить, исследовать землю. Потому что тут под землей может быть много интересных вещей. Вот, да, до чьих-то останков. Вот, и там на поле поисковики нашли, сколько там, там 9 или 11 немцев. Там подсумки, прочие такие вещи. Сами останков я не видел, просто туда доехал. Ну сколько это? Километра 3 отсюда. Ладно, посмотрим, что тут на реке. Наш знакомый мост. Что-то ограждение половину ушло. На солнышке уже хорошо, а весна через сколько недель? Через 3 получается. Быстро время летит. В речке вот и мы купались. Почему я говорю про плиты? Вот где-то вот там, когда чуть подальше, там у деревьев, выходили в воду, там прям плиты ровные. Ну, решил, что могильные, но уж с именами, с фамилиями, с надписями. Не знаю, вытащили или нет, но я думаю, стоит приехать, когда вода спадет. Зимой, наверное, уже получится. Тогда посмотреть, что там внизу. Река эта каменистая. В другой реке, которую я смотрел километров, которую вы видели, километров, не знаю сколько, 40 отсюда. Там уже песчаная почва. Здесь глина идет в основном. Там уже идут пески и елочки. Усадьба закончилась. И вот это вот комплекс, не знаю, выбитые стекла здесь, что это было. Но огорожено. Там корпус, ну, скорее всего, какой-то пионерлагерь. Раньше их полно было. Сейчас, типа, заброшенное охраняемое здание. Коих полно.
Так, вот как это выглядит. Соответственно, через дорогу усадьба. За ней, туда дальше. Там кирпичное строение, это какой-то бывший пионерлагерь, непонятно, совхоз какой-то. И вот на этом месте стояло здание еще несколько лет назад. Типа купе или... Типа... Как банно-прачечный комплекс, короче, типа такого что-то. С белого кирпича, там, типа печей. Все разобрались, мусорка. Летом можно сюда было заезжать за водой, а потом, когда достроили церковь, то родник испортили, короче говоря, я бы так сказал. Раньше воду наливали здесь, можно было пить. Потом поставили купель, после этого вода вообще перестала течь. Усадьба такая, она не дешевая, наверное, в те времена стоила, да и сейчас также, наверное. Ну, пойдем чуть-чуть пройдем, посмотрим, что там еще можно рассказать. Мне кажется, усадьба была дальше, что-то больно рельеф такой, что шла аж до сюда. Это уже потом оттяпали от усадьбы кусок советской власти. А вот здесь дальше, соответственно, будет маленькая речушка, она вот там течет, на той стороне. Не знаю, откуда течет, может, это сточная канава, может, еще что, но течет она хорошо. Соответственно, она течет вдоль усадьбы. На монетки там на поле попадается за усадьбой и туда в речку где-то впадает. Так не понимаю, где она дальше течет. Она где-то вот там уходит и там за буграми где-то впадает в ту реку основную большую. В общем, такие дела. Ладно, что, готовимся, скоро сезон открытия. Там она засыпанная все. Вот так вдоль течет и туда уходит, вдоль забора. Ладно, скоро сезон откроем, будет что-нибудь поинтереснее. Что так, ладно, увидимся.